Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всех тех имена, кого мы знаем и не знаем. И вот буквально 16 ноября 2021 года мигрантов поселили в ангары, принадлежащие олигархам Лукашенко, Зайцеву и другим. И вот этим нелегалам дали одежду, или там была одежда, непонятно. Но они устроили реально показ мод. Понадевали на себя костюмы, причем костюмы не какие-то там дешевые, а реально нормальные костюмы эти, как его, пальто, шляпы. Это просто реально превратилось в какой-то показ мод. В прессе прямо обсуждается, что эти нелегалы устроили реальный показ мод в этих ангарах, в этих логистических центрах, которые им выделили для того, чтобы они там ночевали. Это просто какая-то фантасмагория, и в натуре похоже на фильм «Город Зеро», где снимался в главной роли Филатов. Это вот реально что-то в это напоминает. Это просто кино и немцы, так сказать. Кино и нелегалы. Ужас просто.